На фестивале «Зеркальная струя 2011» танцуют все, от мала до велика. Пятилетние Артем и Саша пока только готовятся к выходу. Последняя репетиция. Через несколько минут этот джайв дети будут танцевать на паркете. У нас джайв, едут на бал, ча-ча-ча и твикстеп. И там... Все, четыре танца, Артем, не забыл. За звание лучшие в рамках национального и европейского первенства соревнуются более 500 пар. Судьи отмечают, с каждым годом профессионалов на турнире становится все больше. Украинские пары, тенденция последних лет, это очень высокий уровень танцевания детских возрастных категорий и буквально серьезные очень результаты сейчас показывают взрослые танцевальные пары. Соревнования проводятся по европейской и латиноамериканской программе. Участники исполняют медленный вальс и страстное танго, воздушный фокстрот и головокружительный квикстеп. На фестивале гости из 10 стран общаются прежде всего на языке танца. Впервые к нам приехали пары из Англии, самые настоящие танцоры. И сегодня у нас международный турнир не только по судейству, но и по танцам. Мы приехали из Британии. Я профессиональный танцор, уже давно занимаюсь. А мой сын, Глен, сегодня стал чемпионом Европы в возрастной категории до 10 лет. 20-летняя Тисата Исикава, что такое настоящее соревнование, знает не понаслышке. Японка – финалист известного украинского телепроекта. В Харьков приехала поддержать участников. Первый раз танцевала на конкурс бальный. Вообще волновалась. И очень приятно было, когда танцевала. Новоиспеченные чемпионы скоро отправятся в Европу. Известный фестиваль в английском городе Блэкпуле пройдет в конце мая. Алексей Чапалов, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».